Церемония награждения участников городских военно-спортивных соревнований прошла сегодня в стенах Дворца творчества юных. В конце февраля команды 25 школ проходили испытания в экстремальных условиях. Всего 14 этапов, среди которых тропа разведчика, метание ножа, знание лекарственных растений и типов костров. Главный судья соревнований, подполковник запаса, высоко оценил уровень подготовки старшеклассников. Вы помогали друг другу идти вперед, не сворачивая с намеченного пути. Вас не страшили временные трудности этапов, которые вы сумели преодолеть одной командой. Вы добились отличных результатов. И я уверен, не собираетесь останавливаться на достигнутом. Вы заслужили этот праздник. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие, как и сами соревнования, вам очень понравились. Сердечно всем желаю крепкого здоровья, высоких показателей в учебе и дисциплине. Памятные дипломы и сладкие подарки за участие получили все команды. Призовые места заняли представители 9 образовательных учреждений. Первыми стали команды 81, 69 и 20 школ. Последняя также была признана абсолютным чемпионом и, помимо прочего, получила специальный приз от военно-патриотического клуба «Гранит».